Мост через реку Ансар на объездной Саранска полностью открыт для автомобильного движения. Здесь положили новый асфальт, поставили ограждение, о том, что ремонт все еще продолжается, напоминают только люди в ярких куртках. Под мостом все еще продолжается движение, но, как уверяет Федеральное управление дорожной службы, это остаточное явление. На самом деле ремонт вот-вот закончится. В апреле закрытие этого участка дороги ознаменовалось, если не скандалом, то очень большим возмущением со стороны городских и республиканских чиновников. Федералы помешали им начать ямочный ремонт городских улиц. Большегрузы объезжали перекрытую М5, набивая Александровское шоссе. Перекрой его, начался бы транспортный коллапс. Мы были категорически, конечно, против такого решения, неоднократно откладывали его. Город выступал тоже против, потому что все понимали, что нагрузка дорог, которая по улично-дорожной сети Саранска, она не рассчитана на такой объем по интенсивности и по весу, который идет через федеральную автодорогу. Но тем не менее, необходимость такая возникла, федералы, конечно, перекрыли, и мы сейчас видим, что на отдельных участках северо-восточного шоссе продавлено серьезно твердое покрытие, Александровское шоссе практически в убитом состоянии, и там необходимо проводить уже капремонт. В итоге в мае закрытый участок М5 перевели в режим реверсивного движения. Так он и работал до последнего времени. Теперь все ограничения отменили, автомобильное движение открыли полностью, однако не все еще доделали. Мостовики восстанавливают и укрепляют конусы, приводят в нормативное состояние опоры и пролетные строения, устанавливают новую систему водоотведения. Металлические конструкции зачищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом и красят. Ремонт этого моста плановый или, как пишет Упрдор, обусловлен завершением межремонтного интервала. Мост через Инсар был построен в 2000 году и уже пришло время его приводить в порядок. Точные сроки окончания работ не называются, но формулировка федеральных дорожников о том, что ремонт близится к завершению, уже вселяет оптимизм. Вот-вот в Саранске появится еще один отремонтированный мост. На этот раз, надеемся, надолго. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.